Всем приветики. Я уже 100 лет не выходила в прямой эфир. Вообще просто. Приветик, приветики. Интересно, кто сейчас зашел? Они меня давно смотрят? Ну, вы меня давно смотрите или которые недавно подписаны? А потом Ксюша спрашивает, а почему у нее прыщи? Она колу херачит. Всем привет. Давно. Слушайте, я не думала, что гендер-пати это настолько не то, что тяжело, а затратно. Я просто в шоке. Проходит беременность отлично. Меня, правда, бьют иногда вот тут, вот, в животике. Я думаю, может, сдачи уже начать давать, я не знаю. Зачем надо мной так издеваться? Сколько недель, сколько набрала? 20 недель будет скоро, 21 неделя. А, сегодня уже 21 неделя, уже 21 неделя. Набрала, я чуть-чуть набираю, но в связи с тем, что я еще пришла с лишним весом. Вот. Я сейчас набираю вообще отлично. Я последний раз набрала за месяц килограмм. Они меня похвалили, сказали, молодец. А до этого я пришла, я вообще похудела. Вот, они меня еще и хвалят. Думаю, ну ладно, можно сегодня пиццу поесть. Так проходит вообще отлично. То, что пинает резко, я вот так вздрагиваю, потому что откуда это? Это что такое? Это кто меня там бьет? Мальчик или девочка? Очень, 100 лет вообще не сходила в прямой эфир. Ну что, что еще что-нибудь? Расскажите мне что-нибудь. Вот я сейчас занимаюсь гендер-пати. Я сейчас бронирую. Узнаю, что сколько стоит. Я в ахрене, честно.